Damn. Блок Олега Соскина. Янукович бежал. Газовые схемы остались? Украина в декабре 2015 года должна вернуть Российской Федерации 3 миллиарда долларов кредита, который был предоставлен Януковичу в 2013 году. Кроме того, до сих пор не погашен долг Нафтогаза перед Газпромбанком в размере 2 миллиардов долларов, который был выделен в 2012 году под 8,5% годовых и пролонгирован в 2013 году на 5 лет под госгарантии Украины на 500 миллионов долларов. Как будут возвращаться эти средства? И сколько газа Нафтогаз купил у Газпрома? По какой цене? Сколько Украина получила за транзит российского газа? Почему нет четкой информации? Почему до сих пор не разобрались с платформами Бойко? Вот Юрий Бойко говорит, что нужно снять с должности Коломойского. А почему бы с Бойко не снять неприкосновенность и не привлечь его к ответственности за так называемые вышки Бойко? Нужно поднять все дела о Бойко, например, как был приватизирован Лисичанский завод. Тимошенко как раз бы могла возглавить этот процесс, тем более, что она владеет информацией по всем этим делам. Олег Соскин, глава Украинской национальной консервативной партии.